Так, ну чё, всем привет, продолжаем. Так, стол решили вынести на улицу, поставить рядом с бомжом, чтобы контролировать всю ситуацию. Вот так вот у нас теперь здесь столик стоит, кресло, и рядом наш бомжара, дружара. Здесь травка, а здесь одна наша, здесь вторая наша машина. Быстро двигаем спать. В контейнер. Бежим спать. Ложимся спать. Результат 35 тысяч. Неплохой. Посмотрим, что будет сегодня. И что нам принесет сегодняшний день. Может быть, удачу, а может быть, провал. Встали, побежали, дверь закрыли, возвращаемся в офис. Ок, уже светло, бомжик нас куда-то уперся, и идет. Куда же он идет? Мы так и не знаем. А, он с банка идет. Ну, давай. Чеши. Долго интересно так будет ходить или нет? Ждем. Что тут у нас? Мы теперь сидим высоко, глядим далеко. Офис очень грязный. А почему у нас офис очень грязный? Все выставлено, все нормально. Посмотрим наш офис, где он грязный. Что за бред? Грязный, куда дурость. Ну что-то мы не можем к нему подойти. Там придурку, ты чё, как ты туда попал, идиот? Ну, давай. Что ты хочешь? Денег нам предложить? Нет, мы тебе отказываем. В деньгах. Мы не хотим. Это больная. Что-то за территорией стоит. Ну, давай, что-то пришла. Да нет. За такую красивую машину мы не можем от вас принять такие лохотранские деньги. А, у нас тут еще какая-то дверь. Ты что за дверь? У нас теперь клетка получилась. Ладно, закроем. Видишь, какая она целая? Ровная. Ни одной царапины. Нет, отказываем мы тебе. Отказываем мы тебе. Так, декорации. Ну что, интерьер. Что у нас в интерьере? Окна есть, все есть. Цвет домика. Замаскируем, сделаем его зеленым. Режим редактирования. Ну, зашли мы в режим редактирования. Что теперь дальше? Что мы можем сделать с этим режимом редактирования? Походу ничего. Ждем. Ух ты, а это что у нас? Дверь откуда-то взялась? Ничего себе ты борзый. Взял так, хлопнул нехило дверью. Офис был закрыт. Ну, давай. Разговариваем. Ну что? Что-то вы все сегодня охренели относительно таких прекрасных цен. Что-то вы сегодня все... О, мадам. Отлично, забирай. Все прекрасно. Ну что, подбегаем.
Подходим, быстро-быстро подходим. Подходим, подходим, мы продаем. Семечки, кому семечки? Да что же вы все так сговорились, уроды? Пошел в жопу отсюда. У нас, видишь, бомжара уже одну бутылку несет, банку Кока-Колы. Так, домик у нас классный, теперь зеленый. Сейчас посмотрим. 5999, да? А взяли мы за 2756. Ну ладно. Ничего себе! Слышь, расскажи, а как ты через двери проходишь, а? Научи нас, мы тоже будем проходить. Да, мы хотим 5... Нет, мы тебе отказываем. Все. Поехали куда-нибудь в другое место. Что-то не так происходит у нас. Быстро на район чешем. Прибыли на район. Что у нас интересно? У нас с вами 12 тысяч. Давайте посмотрим на это Audi. Ну, что ты предложишь нам? Или что попросишь? 13 тысяч. Нет, мы тебе откажем, потому что у нас нет таких денег. Просто нет таких денег. О, BMW. Здорово. Сколько? Цену. Десятка. Дороговато. Нам надо две машинки взять, чтобы наш бизнес поднять. Вот, смотрите. Вот это неплохая. Вот это, конечно. Субарик, что ли, или что это? Кто знает, что модель, напишите. Так. Покупаем. Все. У нас еще осталось десяточка. Ну что? 8000. Конечно, заберем эти. Все отлично. Ну что? На этой машине мы, наверное, поедем. А ту... Ёптель-моптель. Отправляем. Куда мы ее отправим? В ремонт 1. Переместить свою машину в первую ремонтную зону. Все. Она улетела. Быстро прыгаем в эту. Газуем. И понеслись. Куда, не знаем, но несемся. Ух ты, здесь сколько машин, смотрите. А мы так и не поняли. Или не дошли. Так, ну что, погнали. Ничего так идет. Хорошая скорость у нас с вами. Ну что такое, опять снесли знак какой-то. Ладно. Гоним, быстрее. Бомжар у нас все идет. Веселый парень. Блин, а, да что ж такое у нас с вами? Этот бомжарский урод не закрыл двери в наш офис. Ладно. Что там? Толпа такая собралась. Такую цивильную тащилу. Эй, вы! Через стекло будем разговаривать. Предлагай быстрее. Я думаю. Отказали. Быстро, следующий. Привет, тебе привет. 360. Отказали. Давай. Ты что нам можешь предложить за машину? Ну, быстрее.
Да ладно, забирай ты нахрен. Надоело уже. Так, прыгаем на наш подвесной столик. Так. Это что такое? Непонятно. Выходим. Еще раз заходим. Не продается. Вот эта машина сейчас будет продаваться. И на нее мы напишем цену. Давайте с вами 35 тысяч. Так. Бежим в мастерскую. Там стоит наша машина. Будем сейчас ее ремонтировать у кривых мастеров. Блин, вся красная. Вся красная. Вся. Крыша, задняя дверь, заднее правое крыло, заднее левое крыло, заднее левое. Ладно, ремонтируй. Вся красная, смотрите. Молоточком заработал. Че ты молоточком-то делаешь? Ну, делай, пока мы сгоняем. У нас клиент в офисе. Быстрее, быстрее. Где клиент-то в офисе? Что-то я не... А, да, стоит какая-то. Может, возьмет, дура, за 35 тысяч. Во, прикольно будет. Ну, что ты стоишь возле заборчика, наблюдаешь, бабушка? Это же супермашинка. Ну и что? Десятку. Продаем. Ничего не можем сказать. Отличный праздник. Подняли с вами. Видите, надо больше цену накручивать. Тогда они спокойней расстаются со своими деньгами. Думают, супер точило. А мы же с вами разводим. Всех разводим. Давайте все-таки на эту бэшечку. Она такая ничего. На десочках. 10 штук. Ну давай поторгуемся с тобой. Сколько ему предложим? Давайте 9. 500. Ну, что ты скажешь? Более интересное предложение. Да нет у нас более интересного предложения. Ладно, забираем у тебя ее. Ночь на дворе. Бэшка в январе. Смотрите, ух ты. Ну так, ничего. Да. Едет она неплохо. Ну хорошо. Давайте, давайте. Поехали. Ух, какие у нас фары задние. Огоньки. За сколько ее будем пихать? Ну, дорогу держит, я бы не сказал, что она хорошо. Давайте срежем через поля и в офис. Или, может быть, в домик наш маскированный. Сразу же поспим. Мы бандита, гангстерита. На темной такой БМВшечке. На очень темной БМВ. Бомжара все идет, не знаю куда. А мы с вами прокатимся. Куда? Просто так, на БМВ. Смотрите, знаки, как направление поворота красиво горит. Вот рынок, проехали.
Так. Вот так вот мы вальяжно. Еще погоним. Отлично едет. Мужик, смотри, какая у нас тачка. А у тебя такой нету, видал? У нас BMW. BMW. Так, приехали мы. Аккуратненько заезжаем. Так, офис оставляем открытым. Пусть будет открытым. Бомжара там следит за всем.